Всем привет, здравствуйте. Сайт Xport.ua начинает анонсированную достаточно давно веб-конференцию с голкипером Донецкого Олимпика Игорем Литовкой. Игорь, здравствуй. Здравствуй. Игорь к нам сегодня непосредственно примчался после тренировки. Я думаю, что сразу мы начнем с места в карьер по итогам вчерашнего матча, потому что самая горячая тема сейчас полуфинал Кубка. Расскажи, как все это выглядело, вот так вот, если сказать, из шкуры игрока, да, вот насколько Динамо заслуживает выход в финал, ну и насколько вообще вот этот финал, который у нас получился классический, насколько он логичен по этому розыгрышу? Ну, я считаю, вполне логичен финал, хотя он бы был таким логичным, даже если бы вышел Днепр, то есть, неважно, Днепр или Шахтер, все равно, эти обе команды показывают очень хороший футбол. По поводу вчерашнего матча, ну, наблюдал со стороны, я считаю, нас сломил очень быстрый мяч. Я думаю, у Динамо была, может, установка забить быстрый мяч, чтобы не откладывать, потому что если бы мы забили, им пришлось бы забивать два. И ну это ошибка в начале матча. В этом сезоне матча. Динамо вообще сложно было вам забить. Ну да, Динамо как бы за три игры мы пропустили один мяч, и то на 95-й минуте, обидный, конечно, но прорвало, получается. Это я опять-таки повторюсь, это ошибка в начале матча. Если бы мы первый тайм, я думаю, продержались, то нам бы было гораздо легче. Ну, я напомню матч с Динамо, твой вот так сразу для затравки 2010 года, а сейчас заплеется, да, вот мы видим поединок в твоем дебютном сезоне, да, в премьер-лиге. Да, это второй мой матч, первый матч в составе, второй матч в премьер-лиге. Два пенальти, друзья, на стадионе Динамо. Первый Роман Еременко исполняет, вот так Игорь тащит, отбивает мяч. Уже Олег Лужный придумывает, что он скажет Роману в раздевалке. Но еще один 11-метровый, звезды прошлых лет чемпионата Украины, Артем Милевский, также сейчас выполнит этот удар. И еще один сейв мы увидим. Так вот получается, что 5 лет назад я заявил о себе, как о специалисте по 11-метровым, ну, вот тот поединок. Ты часто вспоминаешь, он является для тебя знаковым, или вот то, что было, то прошло? Ну, я думаю, что в памяти все-таки есть матчи, которые остаются. О них нужно помнить, но не более, чтобы там каждый день о них вспоминать. Их нужно держать просто где-то там в глубине, чтобы потом какой-то момент вспомнить и было приятно. Ну, матч получился тогда лично для меня очень таким. Я как бы с детства болел за «Динамо». И тогда еще всех видя по телевизору, как бы, и начинал футбол смотреть, и стал вратарем, тоже смотрел вот на игру Александра Шавковского, и как-то так все получилось. А потом, выходя на футбольное поле, получается, они все передо мной проходят, у меня какое-то такое волнение сразу как бы прошло, если вспоминать тот матч. Ну, как-то так все получилось. Очень быстро. То есть можно сказать, что вот это вот умение отбивать пенальти, это вдохновлен был Александром Шавковским, или это специфическая работа какая-то была проделана? Ну, конечно, перед тем, в детстве, когда ты смотришь, как отбивать пенальти, ты равняешься на кого-то, равняешься, берешь что-то от каждого вратаря. Он тоже, в принципе, повлиял на это. Ну вот у нас буквально последний вопрос, который вот сейчас пришел на сайт. По поводу четвертьфинала Кубка Украины с Симферопольской Таврией, который был выигран Севастополем, клубом твоим тогда еще какой? Второй лиги, да? Первой. Первой уже лиги. Первый. Первой лиги. До полуфинала дошли. И при счете 1-1 после компенсированного времени тебя выпустили на серию пенальти. За 2 минуты до конца матча. Ну, непосредственно для того, чтобы сражаться в этой серии. И вот вопрос, что говорил Вячеслав Кирнозенко перед той серией? Ну, там очень, так сказать, я прям дословно не могу сказать. В принципе, он настраивал чисто психологически меня. Больше он не говорил, там, кто бьет, в какой определенный угол. Это был чисто психологический настрой, который, в принципе, можно сказать, и помог мне потом среагировать на первый удар. А там много болельщиков было, и, в принципе, так особо запомнить слова не получилось, но настрой был такой, можно сказать, запредельный. Когда, ну, я выходил, он настроил меня так, что я выходил, и я уже понимал, что вот этот удар я отобью. А вообще бывает, ну, вот это все правда, что мы, в частности, журналисты рассказываем, что у вратарей шпаргалки есть, знают, кто куда бьет, это работает? Ну, это может и работает. Все-таки вратарь, когда смотрит разбор игры предыдущей, если он знает, что есть какой-то штатный пенальтист, и он бьет в определенные углы, то это может и сработать. Но, опять-таки, когда выходит один
один на один против тебя футболист, и ты уже понимаешь, что он может пробить как в тот, так и в другой угол, так и по центру, и ты уже там непосредственно на месте уже ориентируешься. Ну, мы знаем, ты здорово ориентировался во время ухода Крыма. Ну, это для меня, конечно, болезненная тема. Я всю свою до этого профессиональную карьеру провел в Севастополе. Стал это там первый личность, серьезный да, опыт. Первый мой профессиональный клуб. Я провел там, и как бы в дальнейших планах я планировал там продолжить и, может быть, даже и остаться. То есть я, ну, не был сторонником менять клубы постоянно там. Я вот как бы выбрал там, очень хорошие болельщики, очень хорошо ко мне относились. Построили, то есть стадион. Все настолько. Жена Севастополя. Там все настолько появилось, очень много друзей, настолько все стало каким-то родным. И потом, когда такое происходит, ну, не знаю, я до конца не верил, пока я не пришел в клуб, уже не подписал расторжение. Буквально зимой, уходя в отпуск, я переписал новый контракт на 4 года. То есть я уже строил планы непосредственно оставаться в этом городе. Искали мы с женой же, искали квартиру. В общем-то, только об игре оставалось думать. Да, да. То есть подписал новый контракт, все, как раз подписал через месяц свадьба. Все как-то так, все хорошо-хорошо, и потом резко в один момент все начиналось чуть-чуть портиться. До последнего все-таки я не верил, ну и сложилось так, как сложилось. Я даже не знаю, кого винить или еще что-то. Но я одно могу сказать, спасибо болельщикам, которые были там, они просто... Я таких еще не встречал болельщиков. Но мы знаем вот это исполнение гимна Севастополя это, перед каждым да, матчем. Я первый раз, когда на это попал, еще во второй лиге, я пришел, еще команда была во второй лиге, прошел все ступени с командой, во всех турнирах играл. И когда первый раз тышит, это мурашки по коже идут, это исполнение. Настолько там люди любили футбол. Не знаю, что изменилось, что кто для кого стал каким-то плохим, но... За те прекрасные дни, годы я хочу сказать спасибо болельщикам и людям, которые любили непосредственно футбол вне политики. Ну, я честно скажу, что также присутствовал на поединках, в частности, когда «Динамо» приезжало в Крым, кубковый матч один раз в Симферополе игрался. Да, я как раз тогда участвовал. Страшный дождь был, грязь. Да, мне было комфортнее, чем тебе. Ну, понятно. Правда, за воротами также было мокро, но в грязи не приходилось валяться. А вот как... Ну, опять же, такой политический вопрос. Реально это все под дулами автоматов или, грубо говоря, какой-то внутренний разлом? Но все-таки живые, целые выбрались оттуда, уехали. Вроде сейчас никто никого плетьми не гоняет. Ну, здесь я согласен с вами полностью, но я скажу так. Я не присутствовал, я могу сказать только за Севастополь, я не могу сказать за весь Крым. Севастополь изначально населяло большинство российских военнослужащих, то есть, которые приезжали, уже заводили там семьи и жили. Ну, то есть, естественно, они будут хотеть, как бы, я не знаю, откуда это взялось. В общем-то, молчаливое согласие какое-то произошло. Да, да, да. Ну, то есть, я в этом не участвовал, я непосредственно, мы приехали с игры, это все произошло, и как-то все началось потихоньку меняться. Потом определенный момент в отпуске, вроде как бы, команда есть, готовимся, никто ничего не говорит, вроде бы есть, потом нету, потом есть, и вот это все, как-то так оно, все, весь этот летний отпуск, он как-то так... И потом в последний момент говорят, все, не будет команды, пишите расторжение, ищите новые клубы себе. И только после этого, когда я уже вышел со стадиона, уже пожал всем руки там, сотрудникам, стало которые понятно. Были. Все, да, ну, очень неприятно на душе было. Несколько дней, можно даже сказать, неделю я отходил, там где-то жена помогала тоже. Но это для меня был очень болезненный вопрос. А как она это все пережила? Ты сказал, что она оттуда... Приходится там бывать, ну, наверное. Да, я ездил зимой туда, но я, вы знаете, я туда езжу не именно к самому Севастополю, я туда езжу, у меня остались там очень хорошие друзья, которые, ну, у нас нет разговора на тему политики, мы обходим ее, то есть, ну, все, также тоже ребята приезжают, которые когда-то там играли, и мы нормально, вполне цивилизованно общаемся, никаких у нас не стычек, ничего, опять-таки, ну, цивилизованные люди. Да, но я думаю, сейчас многие уже выбирают этот путь, не говорим о политике, потому что постепенно приходим к тому, что никто ничего не понимает на самом деле. Да, конечно. Нормальные люди не будут на эту тему, ну, я скажу, у меня в семье тоже, у меня там ну, родители ее тоже там постоянно жили, отец ее из Орла вообще, и как бы я с ним сколько, у нас ни разу не возникало никаких споров на эту тему или так. Мы
как бы семья – это семья, а политика – это политика. Это понятно, такая ситуация заставила меня уехать, и они все это тоже прекрасно понимают. Но мы потеряли, если вернуться к футболу, потеряли огромный самобытный регион, регион, из которого мы получили первого чемпиона Украины. Согласен. Каждую неделю практически, раньше там каждый день, сейчас каждую неделю все реже-реже появляется информация, мол, все, сейчас там Крым с УЕФА разберется, куда-то, как-то. Какие соревнования, возможно, у тебя же есть футбольные контакты. Что вообще с футболом там происходит? Потому что я так понимаю, что пока хорошо только, возможно, детско-юношеским школам. Ну, не знаю, кому там вообще хорошо. Я даже не знаю, хорошо ли там детско-юношеским этим школам. Я скажу, там остались футболисты. И вот сейчас нынешний Севастополь, который играет сейчас на первенство Крыма, я практически каждого футболиста, я знаю, я практически каждым футболистом играл в Севастополе. То есть они вернули, кто без команды, кто местный. И эти ребята играют. Я скажу, сейчас эта команда уровня, может быть, среднего уровня, может где-то чуть выше среднего украинской первой лиги. То есть они спокойно могут играть, но они играют на чемпионат Крыма, там, где, можно сказать, равных им нет. Я не знаю, ну, я смотрел так состав Таврии, который сейчас не знаю даже, как называется. Ну, вот сегодня информация появилась, что вернется в Украину, в Херсоне будет играть. Кто этим будет заниматься, не знаю, но вот такая вот. Ну, это им надо подниматься со второй лиги, получается. Под брендом Таврии, да, со второй лиги. Ну, это приятная информация, я считаю. Если появляются клубы, это только приятное, потому что в последнее время очень много распадается. Во второй лиге 10 команд, хотя. Да, ну, и я думаю, ну, я знаю, у них нет конкурентов. Они играют там с кем? Бахчисарай, Крым, Теплица, Саки. Футболисты, у которых есть хороший потенциал. Я не знаю, играет его, ну, можно сказать, с командами уровня области. Я не скажу, что, например, ну, в Севастополе остались футболисты, а если там в Керчи их не было, то они же не появятся. Если люди играли на чемпионат Крыма, то они же не прыгнут выше своей головы там по мастерству. Ну, пока так, я не знаю, как они с УЕФА, но мне кажется нереальным то, что там какие-то еврокубки могут быть. Ну, какие могут быть еврокубки, если во всех странах идет сражение, можно сказать, за еврокубки, там, по итогам всего чемпионата, там, этим серьезные матчи, а тут просто, ну, у кого выигрывать? У Бахчисарая или у Крым-Теплиц? По-моему, сейчас мечта просто какие-то низшие российские дивизионы, откуда их, кстати, вот как пустили и отрезали сразу. Ну, они были, да, там они играли. И опять-таки люди, которые там говорили, что мы будем ходить, мы будем поддерживать, а как оказалось, на матче приходила одна трибуна, заполнялась только, не все остальные. Значит, ну, было хорошо, когда играла команда, когда не было билетов, когда меня просили пробить билеты, а я говорю, ребята, ну я играю, я даже я не могу. Построили стадион, мало места. Да, я шел в кассы, мне говорят, мы знаем, но мы не можем, вообще нет. И я, ну, у меня было 4 абонемента, я брал на своих родителей и на родителей жены, и там уже непосредственно кто ко мне приезжал, там или друзья, или это, и уже там передавали, так их пропускали. Да, ну очень хочется, чтобы когда-то все это вернулось, да, к тому, что мы имели. Давай сейчас так, к приятному, но получается опять неприятно. Как вопрос у нас есть от читателя? Игорь, как попали вы в Олимпик? И получается, что сразу же, да, в клуб, который тоже дома не находится. Как это, эти контакты наложились? Я приехал в Олимпик, я был на просмотре в другом клубе и буквально... В украинском? Нет. Не в украинском, я был за рубежом на сборах в Австрии. И появился такой вариант, то есть до этого мы разговаривали с тренером вратарей, он мне обрисовал вкратце всю картину, но я сказал, хочу попробовать повыше забраться, как бы, и поехал на сборы, проходил сбор, конкретики особой не было, то есть нужно было еще там находиться, и, а здесь было конкретное предложение от... вот ты только вот реши как можно быстрее, потому что вот это было, ну, тут буквально за 3-4 дня до начала чемпионата. Заявку подали. Да, да, да. И я уже отбросил, все-таки хотелось вернуться здесь. Я знал, ну, если при первом нашем разговоре команда базировалась еще в Донецке, ну, я не мог туда поехать, учитывая тот фактор, что там уже было неспокойно. И ну, ты понимал, я бы что не клуб мог, будет играть, да, не в Донецке. Да, и, ну, тренироваться даже. Я бы не мог туда вести свою семью, а находиться вдалеке от семьи. Родился маленький ребенок, жена еще тогда была беременна. И я потом уже, когда мне сказали, все, клуб будет базироваться в Киеве и принимать матчи домашние тоже там, я взвесился за и против, как бы,
в ущерб каким-то там финансовым вопросам я пошел на игровую практику, потому что последние полгода в Севастополе меня преследовали травмы, и ну, мне не удавалось сыграть то число матчей, которое бы мне хотелось. Поэтому появился вариант, и буквально все так за день решилось. Я созвонился со своим агентом, и мы как-то так все быстро-быстро взяли билет на самолет, и я прилетел, и буквально на следующий же день я подписал контракт. Ну и чемпионат ты начинал в Олимпике, в премьер-лиге. Второй матч. Я понимал, что я только прилетел, я не знаю. Ну, я знал там двух футболистов, одного, Сытника знал только, ну, остальных так заочно. Я прилетел, и первый матч в Одессе, понятно, ну, меня не поставили, потому что я даже не знал по именам ребят. Ну, то есть тут человеческий фактор, я думаю. Со второго матча я начал с Луганской Зарей. И начал чемпионат, в принципе. Ну и чемпионат начали удачно. С Динамо игра. У нас на сайте, в частности, был прогноз Динамо-Олимпик. Динамо начало с побед. Динамо-Олимпик, Экспорт-УА считает, что будет 5-0. И потом бабах, подставили вы Экспорт-УА. Вот в чем секрет того успешного начала? В том, что вас никто не знал, не успевал? Да, я считаю, как бы в первую очередь ребята, которые вышли из первой лиги, они не играли, ну, можно сказать, не кто-то играл, а кто-то не играл на таком уровне. Ну, когда ты выходишь на Олимпийский, там невозможно не хотеть играть в футбол, такой стадион, тем более против Динамо. А Динамо, может быть, недооценило нас. Выходит команда с первой лиги, играет даже не в своем городе. Ну, я думаю, там, как бы по фамилиям смотрят, там никаких звезд нет. Думаю, ну, сейчас мы их. И получилось так, на недооценке, я думаю, это и сыграло. Вернемся к травмам. Неприятная тема, но чтобы не обижать нашего читателя, которого почему-то очень интересует, какая была травма. Ну, наверное, тут, если хочешь, рассказывай, не хочешь, просто вот о специфике, возможно. Вратари все-таки получают травмы. Но у меня не было, слава богу, у меня не было серьезных травм. У меня были растяжения, ушибы. Но серьезно, до серьезного не уходил. Но тоже растяжение, тоже ушиб, все-таки пару недель он лечится. Ну, я видел тебя в одной из, в Твиттере, по-моему, фотографии, да, сезон закончен. Это был последний матч Динамо, и буквально перед предыгровым днем у меня поднялась сумасшедшая температура. Никто не знал почему. Я приехал на стадион, у меня 39, я доктору говорю, ну, может, как-то я буду тренироваться, хотелось Динамо, тем более последний матч. И потом получилось так, он говорит, ну куда, давай прокапаемся, поедь домой, если утром нормально. Ну, я уже тогда понимал, что мне никто, ну, если я не участвовал в предыгровой тренировке, то меня никто не допустит к игре. И, а так, в принципе, я же говорю, опять-таки, слава богу, серьезных травм не было. Ни переломов, ни вывихов, ни вот... Ну, пускай так и будет дальше. Да, постучим по дереву. Вопрос о сезоне. Почему, Игорь, почему Олимпик провалил вторую часть сезона? Ну, такой вопрос провалил. Скажем так, перефразируем. Почему так начали после перерыва, да, неудачно, не могли найти? Ну, в принципе, я считаю, это, ну, тяжелый у нас был перелет с Турции. Вот если брать, например, первый матч. Тяжелый перелет, мы прилетели. Мы переночевали, мы вечером прилетели, переночевали, уже рано утром мы поехали на Запорожье. Это если первые игры. Плюс нет своей инфраструктуры, нет тренировочных полей. Мы ездили по всему Киеву, мы тренировались на искусственных полях, на синтетике. Сколько мест поменяли тренировочных за этот сезон? Ну, я думаю, мест 5 поменяли. И была синтетика, на которой невозможно, ну, я не берусь за полевых, понятно, у них тоже это колени, спины, ты не можешь работать в полную. Но для вратарей это вообще катастрофа. Такое чувство, как ожог. Ну да, ну понятно, ты зимой тренируешься в штанах, там это как бы это летом. Но для вратарей все-таки это, ну, бетон. Бетон, ты не можешь, ты все-таки в подсознании где-то страхуешься, где-то это. И я думаю, это тоже сказалось. Может, где-то еще какая-то неопытность, может, думали, ну, вот первый круг мы на четвертое место, все-таки там это. А во втором круге, я думаю, уже те команды, которые играли против нас, уже не было недооценки. Они уже прекрасно понимали, что команда может дать бой, может обыграть, может забить, может сыграть грамотно в обороне. И, я думаю, очень хорошо нас разбирали. Ну, где-то даже настраивались, наверное, чтобы не наступить на те же Да, игры. Да, те команды, которые потеряли с нами очки в первом круге, просто...
ну, настраивались, чтобы не наступить на те же грабли. Да, я думаю, у нас тоже как-то, если в первом круге было больше фарта какого-то футбольного, то он во втором круге, он, ну, где-то пропал. А вот как считаешь, часто приходится замечать, что в любом чемпионате, не только в нашем, команда, которая выстреливает, возможно, там не звездная команда, вот для нее какая-то длительная пауза, как перерыв в чемпионате, это всегда какое-то крутое изменение, да, вот это плохо. То есть получается, что лучше бы паузы не было. Ну, может быть и так. Просто, ну, премьер-лига все-таки это не первая лига. Здесь второй круг, он всегда отличается от первого. Если первый как-то все более так знакомятся, то во второй уже решаются турнирные какие-то задачи, турнирные там места, потому что, ну, понятно, для таких команд, как «Динамо», «Днепр», «Шахтер», они начинают с первого матча и до последнего бомбят. А здесь уже, как бы, во втором уже все становится ясно, кто какое место займет, и поэтому как-то специфика второго круга чуть-чуть другая. Там, мне кажется, психологически как-то и, ну, все-таки он по-другому. Я, если не ошибаюсь, по-моему, Луцк в каком-то из чемпионатов первый тур закончил первый круг на третьем месте, а потом во втором все, да. Да, или вылетел, или чуть не вылетел, но как-то такой был. Да, там, по-моему, пятерочку есть, дома от Днепра они, да. То есть это как бы, ну, это не единственный пример, то есть есть такое, что если выстрелили и потом... Другие, наоборот, первый круг мучается, можно сказать, во втором зато как-то собирается. Ну, где-то есть ощущение, что в украинском футболе так, цельным можно брать сезоном два разных чемпионата, с весны до осени. Больше команда демонстрирует какую-то одну и ту же игру. Вот этот зимний перерыв, он очень меняет команду. Ну, меняет, конечно. Все зависит тоже от подготовки, как каждая непосредственно команда готовится и как закладывается в ней там, ну, все вот эти нюансы. Ну, вот этот формат осень-весна, он правильный для нас, для нашей климатической зоны, скажем так? Понятно, что все... Ну, не могу сказать. Я думаю, правильный, потому что уже не один год мы его играем все-таки. Если и все, и чемпионат был. Понятно, что сейчас чемпионат, конечно, не такой, как хотелось бы. Еще вопрос будет об этом. Да, но так вот. Вопрос, наверное, от болельщика, которого очень волнует как раз вот неудачи. Люди переживают, поддерживают. Вот почему с «Динамо» не чейки раскатываете, а Гаверлы, Карпаты, Шахтер, Днепр, Заря, вот так вот неудачно. Ну, какое неудачно? Зарю мы обыграли в первом туре. Но если, я передаю все, я то, что же написано. Говорю, если человек не следит, а следит за какими-то двумя-тремя последними матчами, да, о чем можно говорить? Если мы Зарю мы обыгрывали, Ужгород мы тоже обыгрывали. Но в втором круге так идет. Мы, получается, Заря сейчас обыгрывает Грандов, можно сказать. Заря в Европу, да, выходит. В Европу выходит, да. Ну, с Ужгородом так получилось. Может, мы недооценили, может, это второй там провальный. Но если человек так смотрит, то... Ну, я думаю, что еще Киев... Ну, Динамо это... для любого футболиста в чемпионате Украины, это в любом случае такое особенное раздражение. Ну, конечно. А, так, идем дальше. Идем дальше. О провалах мы заканчиваем. Начинаем о странных матчах. Вспоминая странный матч с «Металлургом», что случилось в том матче, почему команда после первого качественного тайма так подозрительно отдала игру. Но это в контексте того, что сейчас у нас уж очень-очень-очень много разговоров о проблеме в украинском футболе, вот этой второго круга. Очень много странных матчей, все видят все странное. Насколько ты видишь что-то странное? Ну, все же, все эксперты, все разбираются. То вот предыдущие вопросы и так далее. А тот, который задает этот вопрос, не знает, что матч с «Металлургом» проходил на третий день после матча с «Ворсклой». После сложного кубкового матча, который игрался в очень непростых условиях, было жарко и было очень тяжело. А играя с «Металлургом», мы вышли в 2 часа, по-моему, дня, если я не ошибаюсь, на стадион, жарит солнце, 3 дня назад играли. Восстановиться команда не успела. Такая команда, как «Олимпик», не имеет опыта игры на третий день. Не имеет, потому что она вылетала раньше с кубка, например, в одной, я вчера смотрел, 32-й, в 1-64-й. Тяжело все-таки футболистам, которые раньше так, ну, не сталкивались с таким, тяжело и физически, и может даже и морально. Хорошо сыграв первый тайм, выигрывали, и во втором, ну, я считаю, это просто, ну, не повезло. Не видел я умышленности в действиях Тищенко, который просто, ну, так получилось. Это пенальти, это рикошет, это, ну,
Тем более, учитывая то, что все это накопилось, усталость, усталость, и уже видно, что если проигрывают несколько мячей, то все уже понимают, что тяжело отыграться, где-то не добежал, где-то еще что-то. Но я считаю, что какого-то злого умысла здесь никакого нет. Здесь элементарные человеческие физические качества. Ну, к слову, рискованно было бы, наверное, Тищенко перед своими партнерами что-то умышленно Да, делать. ну он вообще, я скажу, он вообще вышел на замену, потому что он правый защитник, он не должен был играть вообще Тищенко. Как они могут о чем-то говорить, если он не должен, он не играл в составе, просто правый защитник, были у него небольшие проблемы с голеностопом у Володи Доронина. Он попросил замену, потому что он не мог продолжить матч. Ну как можно вот эти все расклады сложить в одно? Один попросил замену, второй вышел, что-то специально сделал, третий еще что-то, четвертый еще что-то. Ну это просто человек, который не знает этих всех нюансов, может себе строить какие-то домыслы. А если ты это все видишь, и ты слышишь, что человек сидит в зале, говорит, я не могу, поменяйте меня, но я не могу, я подведу команду. Вышел так, но так сложилось. Ну, у всех бывает удачный матч, у всех бывает неудачный. А взять определенного игрока и в чем-то его винить, тем более зная, как он это переживает, я-то это все вижу. И, ну, нельзя так, я считаю, это неправильно. А насколько ты вот считаешь, ну, мы понимаем, что у нас есть проблемы, и ты прошел все лиги, и вот накануне, там, не знаю, читал ты, не читал, как Руслан Ротань высказался о судействе в матче с Шахтером, у нас на сайте написано, знаешь, да, ты или не знаешь, Ну, я ну, слышал там только. подвешивать за все, что можно, судей, и там Ну, футбол, это эмоции. ДНРовский футбол, а не украинский. Ну, это Насколько ты видишь эмоции. изнутри, он действительно грязный футбол или нет? Мы же видим Днепру, какие голы засчитывают в Лиге Европы. И никто не обвиняет судей в том, что они куплены кем-то, так далее, тому подобное. Днепру в Лиге Европы опять-таки везет. Как? То рикошет, то команда, по-моему, после первого круга в группе одно очко имела у себя в Одно активе. очко. Карабаху не засчитывают гол чистый ворота Интера в последнем туре. Рикошет, рикошет один, Забивают рикошет второй, не Наполи. только Наполи, Да. забивали Олимпиакосы с рикошетом. Два гола с Да, рикошетом. вот, и Олимпиакоса гол не засчитали в Киеве. Селезнева гол засчитали вне игры, Все все. арбитры в Европе куплены. Ну, это вы видите, опять-таки, если искать подтекст, то человек найдет его, он начнет какие-то ниточки, какие-то свои там домыслы, и все, и он себе, он хочет так видеть, и его, поэтому он так и видит, это все элементарно, я считаю. Люди, которые находятся там и видят телевизор только, футбол только по телевизору, ну, сложно. Есть адекватные, их большинство, я считаю. И люди, а есть такие, которые, глядя на футбол, что-то ищут, что-то. И поэтому возникают всякие слухи. Но ты в своей жизни когда-то обвинял или подозревал судей в чем-то, был недоволен? Конечно, недоволен. Ты выходишь на поле, и тебе кажется, что судья свистит неправильно. Ты может, это все эмоции. Ты когда садишься, понятно, судьи тоже люди, они могут ошибаться. Я, ну, какая может быть предвзятость там? Я не вдаюсь там в всякие какие-то подробности, которые кто-то что-то может знать, домыслы опять-таки. Я говорю, ну, сложно, конечно, играть, и если ты еще видишь, что судья где-то ошибается не в твою пользу, ты начинаешь все, значит там какой-то подвох, значит там то. Ну. Я лично не знаю, кто что кому дает и что кто как, поэтому я не строю домыслов, и то, что я вижу, там где-то ошибка, где-то справедливо, где-то несправедливо. Пусть судьи судят, он Калина, он для этого его сюда и привезли. Продлевает контракт, кстати, Но, будут наблюдать. А да. скажи, насколько давление вот это медийное сильнее в премьер-лиге, чем в низших наших лигах? Я не скажу, что в низших, вот в прошлом, в позапрошлом сезоне, когда Севастополь играл в первой лиге, практически каждый домашний матч Севастополя транслировался. Приезжали ТРК Футбол и Да, транслировали. начали транслировать Да, первую лигу. и уровень первой лиги, я скажу, показывали центральные матчи, тогда Запорожье, Буковина играли, когда Буковина еще хороший был. И довольно-таки интересно, и интервью брали у ребят, и все, и то есть команда выходит, ну, понятно, что команды, которые боролись за выход, там все ребята прочувствовали это все давление. Ну, я считаю, сейчас, конечно, сейчас первая лига там отдельно,
премьер-лига отдельно. Но это может и ситуация в стране, и ситуация с футболом. Это большая проблема, как ты считаешь? Считаю, да. Потому что во второй лиге, по идее, должно быть больше команд, чем в премьер-лиге. Да, а у нас во второй лиге с каждым годом их все меньше. Я считаю, это большая проблема. Со второй лиги должны стремиться в первую. Там чуть ли не 28, сколько команд? 20 было команд. Не знаю. Но знаешь, сейчас вроде из Киева несколько команд будет заявляться. Там. Ну, сейчас да, а этот сезон просто. Да, правильно. А этот сезон вообще очень сложный для украинского футбола, я считаю. Ну, конечно, должны стремиться выйти, там, повыситься в классе со второй в первую, как это было раньше, в первой лиге постоянно, Ужгород. А сейчас одна команда, Александрия, которая может потянуть в премьер-лигу. Она будет выходить, не знаешь? Ну, это вы спросите, наверное, у президента. Она выходит, в принципе. И у меня там есть знакомые ребята, которые вроде как бы есть задача, но они практически ее решили, там, отрыв солидный. И просто никто туда не хочет. Если первый круг они играют, все там плотность какая-то, это, то во втором он... Ну, тот Днепродзержинск, который идет на втором месте. Ну, разве он будет выходить в премьер-лигу? Я считаю, все пытаются свести концы. Да, я считаю, ну, не выгребет команда в премьер-лигу. Ну, при том, что им надо полностью менять стадион. И стадион там времен еще, тех еще. Там, они раньше были там среднячком там, первой лиги, потом вылетели во вторую. Еще все как осталось, так и осталось. Там. То есть у команды нет таких возможностей. Ну а что, если они выходят и выигрывают, но идут на втором месте. Ну нет денег, вот это и есть проблема. Да, нет денег. Да, ну, команды, которые, они не стремятся, ну, кто-то вот сейчас будет вылетать команда, не будут, тоже. Я думаю, что не будет. Ну, просто я тоже так думаю, хотелось бы, чтобы добавить еще наоборот, и было бы интересно, но... И опять-таки, если вылетает команда, многие футболисты остаются без работы. То есть тот, если ты играл в премьер-лиге, и ты вылетаешь в первую, то, ну... Ты можешь не захотеть просто там остаться, если тебе не сохранять какие-то определенные условия. А сейчас, зная, какая ситуация с выплатами заработных плат во многих командах, то... Ну, сейчас и в премьер-лиге, в общем-то, все просто, наверное, рады остаться на работе. Там даже где-то и подождать, потому что, ну, катастрофа. Ну, конечно, ну, если есть ради чего ждать, а если сидеть и ничего не увидеть, например, там, ну, вот как там в некоторых командах, вы сами знаете, в каких, сидишь... Ждешь, а без денег, ну ты же их не нарисуешь. Понятно, ты заработал что-то раньше, но ты работаешь в минус. И не факт, что не отдадут. Они объявят клуб банкротом, клуб закроют, все, до свидания, все долги. А как ты видишь, условно, нарисуем такую ситуацию? Ситуация в украинском футболе еще более усложняется. Куда могут поехать украинские футболисты, исходя из того, что, в общем-то, украинский паспорт, гражданство, в Европе разрешение на работу, различные лимиты? Ну не везде. Ну, я считаю, например... Вот, если футболист достаточно с хорошим именем и он уже на закате своей карьеры, он хочет заработать деньги, ну, примеры есть, Казахстан туда едут поднимать, там вот Азербайджан поехали туда, они едут туда, уровень чемпионата там слабее, ну, я считаю так, я не могу сказать, что там серьезно слабее, но... Ну, я могу сказать, что они где-то вот в начале того пути, который мы лет 10 назад прошли, и на подъеме, можно так сказать. Ну, да, как да, они да, но поднимутся, они, это они вопрос. До какого дойдут? Так, ну вот в Польше там у меня вот знакомые тоже поехали, ребята играют там. Но легионерам все везде сложнее, везде. Поэтому хотелось бы здесь нормальный чемпионат, чтобы не ехать никуда. И все-таки ты уезжаешь со своей страны, здесь менталитет, здесь все родное. Здесь ты сел, например, там на какой-то поезд, ты уже дома, или на машину, или там на самолет, и все это как-то рядом, и все в любой момент можешь набрать. Понятно, сейчас технологии какие угодно, можно там с Китая набирать и откуда там хочешь. Там тоже неплохой чемпионат. Да, я как-то посмотрел название команд и все стало понятно. Ну, Дрогба убежал оттуда. Ну, давай вернемся к футболу. Еще пару слов о первой лиге. Вот был у нас вопрос, как с ребятами из Запорожского Металлурга отношения, там, вот тут скандальчик, когда Севастополь с Металлургом боролись. Были какие-то потом непонимания? Или все, ну, я не... Я... Так, рука, но... Бога там. Вы знаете, я... Когда находишься в воротах, и ты смотришь этот, ну, в динамике, понятно, да. И забивается мяч, толпа, все, весь стадион ликует, то, ну, понятно. Ну, ты же потом смотрел, но, видео. Ну, по понятно. Ну, это такое дело. Ну, засчитывали и на чемпионатах мира такие голы. Понятно, это... Один раз. Ну, засчитывали. Да. И Месси потом забивал, и было. Но это, если такой момент, как ошибка арбитра, и есть такой момент, я просто присутствовал в этом всей, ну, на этом матче, это настолько был ажиотаж,
просто. Насколько наши севастопольские ультрас не любили запорожских, ну, у них тогда там все хотели выйти. У да. них там, ну там еще вот нюанс, вот как вот раньше металлист Днепр ультрас между собой, что если матч, там весь город милиции там и боятся всяких там стычек. Также у нас было, только чуть в миниатюре. Такое дерби. Да, там и в Макдональдсе, там, я знаю, разносили, там мы когда в Запорожье играли, там устроили там бойню в Макдональдсе, там 60 пацанов наших там забаррикадировались, бросались дымоухами. И все вот это, приехали еще, вот на этот матч приехали Запорожье фанаты, ну их меньше, понятно, приехало. И они, все настолько этот накал был, ты выходишь на это поле, ты такое ощущение, что ты... Ну, не скажу Эль Классико, но... Ну, все Да, по-настоящему. ну, все реально, это все настолько... И поэтому в этой ситуации, ну, понятно, что как для достижения цели любые средства хороши, но, конечно, это, ну, не спортивно было, но это футбол, и как бы... Ну, так сказать, все равно Футболистам добавляют это. Мы все равно не вышли, все равно оно как бы вернулось, но... В этот матч мы хотели выиграть, мы очень хотели его выиграть, и было тяжело, и мы его выиграли, я считаю, заслуженно, можно даже сказать, выиграли. Ну, так получилось, засчитали гол, ну, все ошибаются. Ну, вернемся к Олимпику и о том, что я сказал, что понаблюдав за твоими страницами в социальных сетях, я так понимаю, так человек достаточно медийный, за всем следишь, отслеживаешь. Что сейчас происходит между Олимпиком и программой про футбол? Почему с великим футболом ничего такого не происходит? И как вообще команда? Это как-то переживается? Или только президент? Или все следят, смотрят? Все-таки... Я не влажу в эти разборки. Я не на как эту хотя тему бы оцениваешь, вообще. Насколько это Ну, не знаю. Влияет? Все-таки, ну, средства массовой информации – это средства массовой информации. Мы знаем, как это влияет и в политических целях, и в любых. И если ты будешь вдалбывать, что это так, вот так происходит так, а человек, который не знает, например, этот Олимпик, он смотрит это по телевизору и говорит, да ладно, по-любому значит так. Если сказали вот по телевизору, значит по-любому так. Просто что ж с этого Олимпика бедного можно-то взять? Вообще не знаю. Я не знаю. В хорошем смысле. Я понял, нет, я прекрасно понял. Я не знаю. И так команда сейчас переживает не очень хорошие времена. Но я думаю... Именно в коллективе, среди ребят, ну, просто откинули, просто абстрагировались от этого, и все. Я не считаю, что, ну, лично это нужно по этому поводу как-то грузиться внутри себя или это. Пусть, как вот есть передача, пусть говорят. Ну, у нас пока такой нет, ну, может, скоро и будет. Не надо, да. А вот насколько вот эта ситуация с переносом матча, я не знаю, она на футболистов подействовала в первом полуфинале или не было... Но, судя по результату, она подействовала хорошо. Да, а исходя из того, что я как бы... Ну, каким был тот день? Пришлось вещи перевозить, еще что-то там? Тот день получился, я не понял, сколько у нас, в 5 должно было быть, да? Или, да, там по времени переносили. Да, вот. Мы уже вышли с номеров, уже вот отъезд. Собрались в номере, нам объявили. Ну, вещи все. Нет, мы на заезде в гостинице. Не на Банниковой вещи были. Ну, мы как заезжаем в гостиницу перед игрой. Там, тренируемся, там ночуем, завтракаем, обедаем, едем на игру. Да. И вот мы уже все уже пообедали, все и уже номера, все там, ну, там отъезд там 3 с чем-то был, я точно не помню. Вышли, говорят, зайдите в комнату, но заходим. Нам капитан говорит. Игру отменили, то есть сразу говорили так, отменили игру из-за массовых беспорядков. Я заведомо еще до этого, прочитав обращение динамовских ультрас, позвонил супруге, сказал, ну не надо ехать на стадион, потому что много людей будет, там толпучка, ну зачем оно тебе нам? И мы уже вышли, как бы, нам сказали, игры не будет, все, будет тренировка. Ну все понятно, все, ну тренировка, ладно, все, ждем тренировки, ну ждем еще. Проходит буквально полчаса, опять-таки всех собирают, говорят, будет игра, по-любому будет, неизвестно во сколько, но Лобановского перенесли. Все, опять заезжаем в номера. Передернули, не помню. Да, ну передернули, заехали в номера, а номера уже бронированы, уже получается другие люди забронировали на это время. То есть количество номеров уменьшилось, пришлось чуть потесниться, там буквально несколько часов. И, как показало это все, все-таки вышли, и настрой не сломился, вышли и сыграли опять-таки 0-0 с Динамо. Но вот это вот давление ультрас, я не могу сказать, вот действительно это
там много этих людей, мало их. Динамо сказал, что не имеет никакого влияния на них. Но вот это вот движение есть, непонятно. И там, мол, Олимпик пускай ведет себя как нужно, он здесь никто, и зовут его никак, и это Киев. Как с этим быть надо? Ну, это неправильно. В этой ситуации есть два, как бы, две составляющих. Первое, это то, что Олимпик все матчи, даже против Днепра, у которого много ультрас, мы также знаем, проводили на Банниково все матчи. Но учитывая то, что Динамо, тем более Киев, все, и дома они, как бы, то здесь, понятно, в целях безопасности, считаю, правильно пошли на уступки, чтобы провести этот матч на большом стадионе. Ну, я бы не сказал, что там было много народу. Ну, вот и опять-таки раздулись, будет много народу. Я посмотрел, ну, не знаю, я не считал там, сколько было людей. Но... В протоколе записали 8 тысяч. Но я бы не сказал, что они там были. Ну, опять-таки, а Банникова там 1600 вмещает, все-таки не влезли бы. Ну, но... записали со слов арбитра. Ну, бог с ним, сколько там было. Ну, понятно, было. Они же не считали. Сколько там было людей, это не так важно. Насколько по-человечески появляется какой-то комфорт, боязнь, что эти ультрас, люди разные бывают, придут на тренировку, еще что-то там начнут устраивать. Не, ну, я считаю, там вполне, ну, там большинство адекватных парней вполне, которые... там и страну нашу защищают, и я считаю, здесь там, ну, там опять-таки есть везде разные люди. Вот опять-таки пример, мы вышли на разминку предыгровую на Лобановского, несколько человек сидело за воротами, там что-то нам какие-то оскорбительные в наш адрес выкрикивали, ну, понятно, мы не обращали внимания, забили мяч туда, а мальчиков еще этих болбоев не было, спрыгнул один, схватил мяч, чик, там помахал там нам всякие жесты непристойные, раз и ушли куда-то. Ну, ну как это? Ну это, я считаю, это дикость, это вообще неправильно. Ну а то, что там большинство вполне адекватных и нормальных людей, то это точно. И я думаю, ну, поддерживать свой клуб нужно, и так, но как они поддерживают, да, но они же не могут отвечать за всех. Везде есть люди, исключения из правил. Как вообще вот в этой атмосфере живется и тебе, и друзьям-футболистам, в атмосфере, когда пол чемпионата живет не дома? Ну, понятно, что не все люди там родом из тех городов, клубы, понятно, которые представляют. Да. Но вообще, как этот сезон прожили, какие разговоры, чем живут в других клубах, и насколько жизнеспособна вот эта вот модель такого чемпионата на чемоданах? Мы сколько так можем протянуть условно? Ну, Олимпику сложнее в этом плане, в том плане, что там была своя база, свой стадион. Понятно, не было болельщиков такого количества, которые, ну, бы... Стадиончик, да, маленький, домашний. Да, но я имею в виду, которые бы поддерживали в других городах. Ну, а вот у других команд есть, например, поддержка. Тяжело, конечно, не играя дома, там, вот, например, Шахтер, понятно, он играет там на Львов-арене, все, там тоже хороший, думаю, стадион. Тоже все. Им сложно от своей базы, да, отказаться прекрасно. Да, но те условия, которые у них были там, этот стадион, Донбасс-арена, он полностью футбольный, и как бы на нем мы играть. Мы даже можем говорить и о квартирах, да, о детских садах, да, школах. Да, это тоже накладывается отпечатка, особенно от тех людей, которые оттуда приехали. Если я говорю, я приехал, уже команда находилась в Киеве, я как бы, меня эта тема не коснулась. Но в команде я тоже общаюсь с ребятами, там у многих квартиры, там, они же не знают, что с ними делать. Тоже это психологическая сторона вопроса, и я считаю, она тоже повлияла, ну, вот, на футболистов. Ну, там вот ребята в Заре, там, ну, тоже играют и в Запорожье, и живут в Запорожье. Но это не мешает им показывать результаты и достойно выступать. Насколько действительно вот это вот изнутри ощущение ситуации, что может там очень серьезно чемпионат Украины пострадать из-за того, что, ну, реально все думали, что ненадолго, да, этот сезон отыграем, потом вернемся, сейчас все непонятно, грубо говоря, спонсоры, меценаты, тоже у них там остались свои какие-то, ну, предприятия, свой бизнес. Сейчас стоит болельщикам бояться о будущем переживать? Я не знаю, это, наверное, стоит спросить руководство клуба. Не хотелось бы, конечно, чтобы еще было меньше команд в нашем чемпионате. И так вот обрубили две команды. Ну, вот есть вопрос, Игорь, какое количество команд в премьер-лиге, по вашему мнению, оптимально? И я добавлю от себя,
какой бы формат хотелось видеть? Не знаю, изучал ты предложение Я Шахтера, изучал, там, но я все эти не вещи? скажу, ну, для меня это, например, непривычно, потому что никогда с этим не сталкивался. Но та же Испания, Англия играет и нормально, там по 20 команд, по-моему, у них. Ну, у нас по 20 это было бы Ну, идеально. возможно, 3-4 круга. Да, но нет, я считаю, два круга это равноценные шансы. Игра дома, игра на выезде. Ну, понятно, сейчас в нынешних условиях, А например, при некоторые уменьшении команды. количества команд все При равно. уменьшении тогда надо играть, наверное, а как третий матч играть? Ну, третий, вот во второй лиге третий матч там по положению в таблице распределяют, кто выше, он играет там большее количество матчей дома и так далее. То есть, если команда по итогам двух кругов оказалась внизу, она будет постоянно играть на выезде? Ну, там меньшее количество матчей определяется. Ну, в А. общем, стимул в первых двух Но кругах я не играть представляю, хорошо. как вот три это. Ну, понятно, если останется еще меньше, конечно, опять-таки, не дай бог, если это случится, останется В еще меньше. Шотландии играли 4 круга, там 12 Ну, команд. понятно. Если еще меньше, то, ну, то только так. Все-таки, ну, чисто с психологической стороны вопроса. Вот лично для меня, я считаю, ну, 16-18 команд, если 18, это вообще отлично. Там, Два не круга, говоря никаких уже вопросов. 22 круга, и все решают свои вопросы. Ну, так. Вопрос провокационный, но мы придерживаемся такой политики, что задаем все вопросы. Можно отвечать, ну, сдержанно, но можно себе позволить какие-то резкие в рамках приличия ответы. Игорь, скажите, сколько платят за слив игры или Гельзин не делится? Мы секретов не делаем, все есть на сайте. Игорь пообещал отвечать на все вопросы, поэтому, ну, тут можно. Ну, я не знаю, как этому человеку ответить адекватно, если, ну, Я я просто не хотел вообще утаивать этот вопрос, чтобы не не все выглядело, что нормально, мы что-то там все пытаемся. нормально. Я не знаю даже, как этому человеку. Это, наверное, тот, который не знает результаты, как команда играет. И если проигрываю, значит, обязательно сливает. Ну, я не участвовал в таких, я не знаю, Ну, что. по идее, можно было весь первый круг проиграть, много заработать. Да, ну это если его логике, да, то по его логике я должен был уже сейчас на BMW приехать или там, я не знаю, или дом шикарный построить себе какой-то, если мы так проигрываем столько. Ну, я не знаю, чего хотят от команды, которая только вышла, которая и так в первом круге показала хорошие результаты. Ну, или чтобы сразу выиграть чемпионат, может, надо было сразу бороться с Динамо, Шахтером Ну, я думаю, за что призовые создан места. резонанс только из-за того, что команда стала Я интереснее. думаю, если бы мы в первый круг ни шатка, ни валка, ниже середины, и второй так бы продолжили, никто бы об этом и не говорил. А если команда выстрелила сразу, а потом пошел спад, причем, опять-таки, эти все нюансы, команда не играет дома, там, и все, Но команда без опыта. болельщики видят команду раз в неделю по телевизору, так Конечно, ли? вот, и раз в неделю по телевизору, и все, и посмотрел, значит, ага, значит так. Я не знаю, как этому Ну, человеку мы, адекватно да, ответить. прокомментировали. Знаток, очень хороший знаток, очевидно, системы Донецкого Олимпика, задает вопрос Сергей Шемшер, он из Угреса. Чему вас научил Петров Игорь Григорьевич за время своей тренерской работы в Олимпике? Вот такой Ну, вот если он вопрос. хороший знаток Олимпика, то он должен знать, что я нахожусь в команде около года, и весь этот год тренером был Санжар Роман Николаевич. Я не сталкивался с этим. Роман Санжар, он, как по твоему мнению, ты уже поработал не с одним тренером, а насколько можно сказать, что этот специалист перспективен и насколько он именно от его руки тренерской вот, зависит ваш результат? Скажем так, по второму кругу можно, наверное, сказать, вот тренер провалил, но будем брать какие-то идеальные материи, там первые лучшие матчи. Ну, нельзя сказать тренер. Если провалится, то провалится полностью все, начиная от администрации и заканчивая Ну, у там нас так, команда президентом. выигрывает, но проигрывает тренер. Ну, нет, ну нельзя так говорить. Я считаю, Роман Николаевич молодой амбициозный специалист. И он все так, ну, он вместе со своей командой делает первые шаги в футболе на высшем уровне. И понятно, есть где-то ошибки, но это у всех бывает, даже у самых опытных тренеров. Я думаю, что все будет нормально, и я думаю, у него хорошее тренерское будущее. Сейчас уже у нас близится к сезону, к завершению. Какие-то были озвучены в Олимпике планы на межсезонье, подготовка, где вы будете находиться? Нет, еще ничего не было, еще, ну, никаких В разговоров. игровом режиме заканчиваете чемпионат? Да, заканчивается чемпионат, а там
будут уже всякие объявления. С президентом клуба на поле не страшно находиться? Нужно же играть постоянно хорошо. Ну, в смысле на тренировке или... Ну и в игре, на тренировке. Ну, не такое непривычное для нас явление, когда президент еще играет сам в команде. Ну, на тренировке, понятно, там ты не замечаешь. Там постоянный поток-поток. Тем более он старается приезжать на каждую тренировку. Есть по возможности. Это не то, что он чисто на игры приезжает, там переоделся, там вышел, сыграл, все, чик, и уехал до следующей игры. Он все-таки старается поддерживать себя в форме. Все. Ну, понятно, если выходит тяжелее именно ему, и ребята как-то более начинают играть из-за себя, из-за того товарища. Ну, и я считаю, все-таки там за счет коллектива, за счет как-то все восполняется, все где-то чуть-чуть слабее, и они вот помогают, вся команда помогает. То есть отношения, можно сказать, что у президента с футболистами не президентские? Игровые. Ну, на поле, конечно, игровые. На поле подсказ, на поле все. Понятно, ты там, как может своего товарища, никуда его не пошлешь. Там. Ну, чисто субординация. Может, по имени отчеству. Ну, субординация все-таки есть. Но определенно, но не полностью, что ты там боишься подсказать, там, дайте туда или возьмите там того, или пойдите туда. Но это чисто футбольное. На поле он игрок, за полем он президент. Вопрос от, очевидно, юного болельщика. Привіт, мене звати Олег, я теж хочу стати воротарем. Такий завершаючий вопрос. Що можете порадити і що повинен мати в собі воротар? Ну, наверное, надо начать с того, что нужно прийти в секцию, а там уже как, отбор идет или сам выбираешь? Ну, я не скажу, что у меня какая-то школа динамовская или это. Я, можно сказать, самоучка. Я пришел в школу, ну, в футбольную школу, можно сказать, и поставили меня на место левого защитника. Левого или правого, уже не помню. Защитника, короче. И так получилось, как-то я там играл уже, это тоже так плохо помню. И потом у нас нашего вратаря, они разводили собак, покусала собака, а я был самый длинный, говорят, ну, становись. И так все пошло. И я, ну, а сейчас я знаю, насколько по секциям я... Там смотрел передачи всякие, и детские тренера говорят, выбирают по желанию. То есть, у тебя есть желание стоять в воротах? Приходи, пробуй. Если не получится, то ну, никогда не поздно. Есть примеры, когда был нападающим, стал вратарем. Или там был вратарем, стал другим игроком. Это все в детской школе, все вот это возраст. Главное желание. Понятно, данные тоже. Ну, в детстве может быть маленьким, потом вытянуться. Это такое желание прежде всего. Ну, я думаю, что если Олег хочет стать вратарем, он обязательно им станет. Мы будем заканчивать, ну так, не точку ставим. Надеюсь, что еще встретимся с Игорем. Удачи в заключительных матчах сезона, чтобы дальше все продолжалось без травм, как и было. Удачи клубу. А так повезло тебе и Севастополь, и Олимпик, такие самобытные клубы. Там болельщики необычные, здесь президент играет в футбол. Я надеюсь, что на твоем пути профессиональном еще очень много интересного, и мы об этом обязательно будем рассказывать, будем тебя приглашать в гости. Спасибо, что пришел. Спасибо. Всем спасибо за вопросы. Полную версию веб-конференции для тех, кто не успел сначала, мы выложим на нашем сайте чуть позже. Ну а на этом Игоря отпускаем, он будет отдыхать. Завтра снова тренировки, ну и потом игры. А вы оставайтесь с нами, узнайте их результатах на сайте Xport.va. Пока. Пока.